Всем привет, ребят, с вами Gabzor.com, и сегодня у нас на тестах очень любопытная механическая клавиатура, это Pigir Defend. Клавиатура модульная, с дополнительными возможностями расширения функционала, с возможностью замены переключателей и собственными как раз фирменными переключателями. Данная клавиатура уже доступна в российских магазинах, более подробные ценные характеристики в описании к этому видео в нашем каталоге. Поставляется она в темной коробке из плотного картона с изображением, собственно, самой клавиатуры и подробными данными по техническим характеристикам. Стандартный комплект включает наклейки с логотипом, пинцет для замены переключателей, инструкцию и гарантийный талон. Дополнительно можно приобрести набор из 24 переключателей и ключа для замены. Комплект включает по 3 вида переключателей. Это серый, оранжевый и фиолетовый. Из аксессуаров еще есть внешний блок с макроклавишами, защитная пленка и подставка с тонкой регулировкой высоты. Epigear Defend отличает строгий дизайн и выверенные формы. Вес клавиатуры 1 кг. На ровной поверхности держится устойчиво, не смещается. Внешней поверхности не марки. Сборка на уровне премиальных моделей, без зазоров и скрипа отдельных элементов. Верхняя панель представляет собой алюминиевую пластину, обеспечивающую жесткость и долговечность конструкции. На борту классический набор из 104 клавиш. Кнопки расположены выше основной плоскости клавиатуры, так упрощается замена переключателей и в ходе активной эксплуатации не будет загрязняться пространство между клавишами. Кнопки матовые с небольшим углублением по центру, символ нанесены методом лазерной гравировки. Кириллицы и латиницы подсвечиваются равномерно за счет того, что как раз кириллица расположена в верхней зоне кейкапа. У подсветки есть 5 режимов работы: режим дыхания, режим подсветки при нажатиях, выключенная подсветка, полная подсветка и режим отключения с включением при нажатиях. Яркость регулируется в 4 диапазонах. Управляется при помощи комбинации в паре с кнопкой Function, соответствующая маркировка нанесена на кнопке. В правом углу находится панель со светодиодными индикаторами и поворотный барабан. Он используется для регулировки громкости и перевода в беззвучный режим. С помощью комбинации клавиш можно переводить Epigear Defend в беззвучный режим, управлять треком и громкостью. На нижней стороне 5 резиновых вставок и 2 откидные ножки, меняющие угол наклона рабочей плоскости в двух положениях. Подключается при помощи кабеля тканевой оплетки длина 1,8 метра, на конце фигурный коннектор. По умолчанию в этой клавиатуре установлены собственные фирменные переключатели, это фиолетовые. Заявленный ресурс службы 70 миллионов кликов. Требуемое усилие 50G, точка срабатывания находится на расстоянии 1,5 мм, полный ход 4 мм. Помимо этого можно приобрести набор со сменными переключателями, там их три вида: серый, линейный без тактильной отдачи, оранжевый есть тактильная отдача точки срабатывания и фиолетовый тактильный со слышимым звуком нажатия, наиболее громкие. Для замены переключателя в комплекте предусмотрен удобный ключ-пинцет для извлечения и установки. В основании посадочного места находится пара контактных площадок и светодиод. Также сзади есть набор, который позволяет менять цвет подсветки. Epigear Defend поддерживает возможность детальной настройки с помощью фирменного программного обеспечения. После установки пользователю открывается доступ к 4 профилям настройки. В главном окне можно включить автоматическое выключение подсветки, активировать эффект, изменить частоту опроса. Минимально 125, максимально 1000 Гц. Выбор действия для любой из кнопок, есть предустановленный набор действий и макросы. Детально редактируется последовательность нажатия кнопок и времени между ними. С помощью программы можно обновить прошивку и версию программы, а также перейти к социальным сетям. Подводя итоги, Epigear Defend – оптимальный вариант для тех, кто любит проводить эксперименты, целью которых ставится получение удобного, функционального и в итоге уникального решения. Все это предлагает протестирована как раз нами сегодня клавиатура в виде съемных переключателей и дополнительно приобретаемых модулей. Блюзом отнесем строгий и аккуратный внешний вид, поддержку программного обеспечения, настраиваем одноцветную подсветку, удобную регулировку громкости. Не устроить может шум от дефолтных фиолетовых переключателей. С удовольствием обсудим данную клавиатуру с вами, ребят. Всем хорошей недели и пока-пока.